Да, друзья, за какую-то игру в Телеграме можно получить 400 долларов, как я. Это правда? Да, это правда. И то, что я говорил, что airdrop ноткоина, простой этап алки в Телеграме, был у меня 140 долларов на выходе. Это уже неправда, потому что за это время монета выросла намного. И сейчас растет как сумасшедшая, просто, просто в небо. И теперь стоят мои монетки не 140 долларов, а 400 долларов. А что будет через недельку? Ну, посмотрим, посмотрим. Так что за простую игру в Телеграме возможно получить очень много долларов, друзья. Заходите, а у меня там аж больше 20 ссылочек. А если не зайдете и не начнете действовать, во-первых, я вас запомню, а во-вторых, будете жалеть, что не получили в этой жизни, в этом году, возможно, даже 20 тысяч долларов. А может быть, это минимум 20 тысяч долларов, а? Как вы думаете? А у вас есть дети, друзья, собаки, да? Ну, посадите их на телефон, пускай нажимают простые кнопки, играют в простые игры и зарабатывают деньги. Вот. Так что действуйте, друзья. Время действовать. Хватит уже думать, сомневаться. Пока мы в чате Санскрипт уже все изучили и начинаем зарабатывать хорошенькие денежки. Приглашаем. А если взять в расчет, друзья, ваши донаты, то это значительно увеличивает процент вашей хорошей кармы. Вот, и помогает мне тоже расти в этой жизни и материально, и энергетически, и духовно, радуясь тому, что вы есть. Так что заходите, не забывайте о благодарности. Закон благодарности — это очень мощный закон, и все вам вернется, не переживайте. Все, что вы задонатите, все, что вы заплатите за мой чат Санскрипт, а он условно платный, то есть вы можете там посмотреть, пообучаться, понаходиться с нами, пообщаться там, ну и решить, что для вас интересно или неинтересно. Вот. А насчет обучения этим делам, инвестициям, финансовой грамотности, трейдингу, в какой-то мере, даже если не полностью, да, то это нужно все равно всем, каждому, кто хочет быть способным управлять своей жизнью, своими деньгами, своим будущим. Потому что это, ну, просто must-have, просто необходимое знание, понимаете? Без этих знаний, ну, невозможно не то, что богатыми стать, невозможно просто нормально жить. Так что не размышляйте, а действуйте. Потому что размышлять и сомневаться, не имея четких знаний и информации, которую я даю, предлагаю вам в чате, не имея знаний, размышляют только, ну, как минимум, глупец, как минимум, как максимум, идиот. Вот, прямо в рифму. Так вот, не имея знаний, размышлять, друзья, не получится. Это надо знать, это надо применять к каждой области жизни, понимаете? Без этого нельзя, невозможно развиваться нигде. Особенно в духовности очень много заблуждений. Люди стараются размышлять, думать о жизни, о чем-то там философствовать, но не имеют элементарных знаний, которые даются в каждом духовном учении, там просто тонны информации. Люди поверхностностью просто убивают свою жизнь, реально, реально. И здоровье, вот, и финансы, свое богатство, просто недостатком элементарных знаний, поймите это. Вот, и допустим, насчет здоровья, да, то заходите на мой курс SB Trans Reality, можете в YouTube посмотреть лекции, или перейти в чат в Телеграме, и там они все, вот вы их в порядке нумерации просто найдете и удобно изучите, прослушаете и спасете себе жизнь, спасете себе здоровье.
от отсутствия элементарных знаний. Даже как выжить в нашей ситуации постоянной жопы? Люди сейчас беспокоятся, живут в страхе, боятся чего-то, чего-то нереального, того, чего нет. Боятся каких-то событий, которых нет. Не знают, что делать, вместо того, чтобы изучать, как с этим работать. В первую очередь, как работать со своим сознанием. Потому что, не имея элементарных духовных знаний о том, что страх вообще-то это грех, и как управлять своими эмоциями, как... Что такое время, да, почему нет прошлого и будущего, почему есть только настоящее, и как мы в настоящем можем влиять с помощью сознания, квантового поля, другими словами, духовности, молитвы, медитации, на свое будущее, на свои финансы, на свои отношения, на свою жизнь, да, даже особенно на свое здоровье. Вот, не имея элементарных знаний, люди просто живут в таком заблуждении. Я там был, друзья, я там был, я жил в этом обществе без знаний. Я знаю, какая это боль, какая это жуть просто. Это невыносимо, поймите. Люди, поймите это, потому что если этого не понять вовремя, то жизнь пройдет просто вот в этой жути, в этом ужасе политики, бедности, нищеты, непонимания, всякого там бухла, вредных привычек, прочей тупости, религиозных, фанатичных войн и так далее. Просто это территория идиотов, это территория глупцов, которые просто реально вот не хотят элементарное знание взять и получить. Получается, что кто-то живет сейчас в раю, во всей этой ситуации, войн, там каких-то событий. Кто-то живет в раю своих чувств, своего счастья, своего самосовершенствования, улучшения своей жизни, себя, своего сознания, приближения к истинной цели своей жизни. А кто-то при этом всем рядом в квартире, допустим, или рядом в его доме, живет просто в аду, в сложнейших ситуациях, нерешенных проблемах. А главное, это нерешенные духовные, психологические проблемы. Главное, это отсутствие вот этих элементарнейших знаний, которые можно получить за месяц, за пару месяцев, и потом всю жизнь жить совсем в другом мире, понимаете? То есть только это определяет то, как мы живем, только наши знания истины. Не сомнения, не какие-то совместные мнения. Они вам не нужны. Не надо собирать мусор в СМИ, не надо смятя смотреть. Ну, можно иногда там, если можете, если знаете, как выкинуть потом это из своей головы, весь этот мусор, который вам туда напихали. А кто-то не может выкинуть, кто-то из-за этого смятя, кто-то идет даже на страшные грехи убийства жизни, на страшные грехи. Это все равно, что убить самого себя, убить живое существо, убить человека, как считается в духовности. Это все равно, что убить все человечество. Эх, друзья, эти знания, которые вы узнаете на канале «Целитель Бога», не только про крипту я вам рассказываю. Эх, друзья, друзья, поймите. Главное совсем другое. Но, как ни странно, вы не поверите, интеллектуальное развитие очень связано с богатством. Понимаете, да, связь? Интеллект очень связан со всеми аспектами жизни. Поэтому всех благословений вам, друзья, богатства вам, счастья и всего самого лучшего. Но это все зависит от того, какой выбор вы сейчас сделаете. Выбор совершенствоваться, узнавать, интересоваться, то есть быть живыми, обучаться. Ну и желательно, конечно, благодарить за это, чтобы я тоже выжил во всей этой ситуации этого мира, да, потому что, ну, это наша объективная реальность, и это моя работа, это мое служение вам,
бесплатное служение знаниями на YouTube, множество лекций по здоровью, в том числе по исцелению сложных болезней, и очень уникальные отзывы, чудесные отзывы о моих достижениях в помощи людям. Поизучайте. В общем, канал «Целитель Бога» — это сокровище, вы поймите, да? Только это сокровище, которое, ну, не каждый может оценить, потому что не каждый является ювелиром, не каждый имеет знания, да? Кому-то скажешь слово «знания великих академиков», «знания чемпионов мира по кунг-фу», «знания китайских мастеров медицины», кому-то скажешь об этом. А оно будет смотреть на тебя дальше, как корова, пустыми глазами, бессмысленными в лучшем случае. Ну а в худшем, может, еще и разопнет, и еще что-нибудь такое хорошенькое придумает своим, мягко говоря, несовершенным полушарием, единственным мозга, да. Ну, всякое бывает в этой жизни, поэтому я терплю тоже всяких людей, всякие ситуации. Не расстраивайтесь, если у вас в жизни что-то не так. У всех в жизни бывают какие-то задачи. Не проблемы, а задачи, которые надо решать, понимаете? Все это зависит от нас, наш выбор. Всевышний дал нам выбор и дал нам шанс знания. Дал нам шанс услышать то, что вы сейчас слушаете меня. И поэтому выбор только за нами. Как мы действуем, то мы и получаем, друзья.